Женский повседневный образ от Макс Мара. Водолазка, юбка, ремень и ботильоны. Водолазка из легкого белого трикотажа фактурной вязки. Облегающая модель с высоким воротником фасона гольф. Плиссированная юбка миди из гладкого вискозного трикотажа. Расклешенная модель без застежки и подкладки с геометрическим узором в черно-белой гамме. Оригинальный ремень из натуральной черной кожи с двумя пряжками. Модель состоит из двух полотен разной ширины и фактуры. Более широкая спринтом под крокодила, более узкая под ящерицу. Завершают образ ботильоны Сен-Лоран из мягкой черной замши. Элегантная пара с заостренным носком, высоким каблуком-шпилькой и застежкой на молнию на внутренней стороне.